Так, давайте, дорогие друзья, мы на ночь глядя что-нибудь с вами попроще такое сделаем, но симпатично. Я возьму сейчас кисть и возьму вот эту кисточку, которую мы раньше делали, и сделаю сейчас вот такую закорючку и вот такую закорючку. Вот так. То есть я хочу сделать следующее. Я посмотрел у Adobe, вот он взял этот переходник. Кликнули сюда, кликнули сюда. Получили еще одну в середине. Уже готовы как бы листочек, но я хочу что-то такое ажурное. Поэтому два раза кликнем и скажем заданное число шагов. Давайте попробуем, допустим, 10. Вот так. Отлично. Сейчас мы подойдем к этим поближе сюда и попробуем. Ну-ка, они соединяются, если что. Так, соединить. Нет, конечно, он не будет соединять, но мы, во всяком случае, мы можем вот взять одну какую-то и сюда поближе подвинуть. Вот так, острие сделать. Отлично. И здесь то же самое. Здесь оно уже есть. Хорошо. Теперь мы с вами что еще можем сделать? Мы можем выделить это дело, развернуть пряменько. Ну-ка еще раз. Вот так. И разворачиваем прямо. Вот. Вот так сделали прямо. Вот такой листочек, допустим, если нам надо. И теперь мы его затягиваем в кисти. Вот так. Раз. И он объект, объектная кисть. Окей. И вот он спрашивает, вот это 100%, так, растянуть, подогнать, пока без изменений мы все делаем. Окей. А, хорошо, это можем теперь выбросить и посмотреть, что у нас получается, если мы возьмем кисть, возьмем эту и возьмем инструмент кисть. И сделаем так. Так. Я вам скажу. Получается довольно-таки неплохая штука. Видите, что можно делать? Красота. Ну-ка еще раз. Если мы решаем делать, допустим, такой цветочек. Сюда, вот отсюда сюда. И отсюда сюда. Отсюда сюда. И здесь вот так. Ну, что-то такое можно. А если длинное? Ну, длинно тут вообще получается такие полосища. То есть, вот, пожалуйста, да, можно что-то такое навытворять. Будет симпатично. Очень рекомендую. Пока. Спокойной ночи.